Навестить видновчанку Алену Немтыреву, которую в минувшие выходные укусила бродячая собака, мы отправились вместе с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимуратом Гаджимурадовым. Именно он решил взять под личный контроль инцидент, произошедший в промышленной зоне Видного. Молодая женщина рассказала, что 16 июля отправилась вслед за мужем на штрафстоянку забирать эвакуированный автомобиль. Таксист привез ее на улицу 8-я линия, дом 3. Когда Алена поняла, что по этому адресу ни мужа, ни ее машины нет, случилось неожиданное. Стук, открывается воротина и выбегает собака. Уже рычащая, ну как голодная такая, злая. И бежит на меня, агрессивная. Бежит на меня. Потихонечку, мелкими шажочками начала отступать туда, вдоль автомойки по дороге. Она за мной укусила меня за ногу. На крик Алены сбежались работники и клиенты автомойки, расположенной по соседству. Они довели ее до лавочки и вызвали скорую помощь. Сделали укол от столбняка в руку, уколы от бешенства, 8 уколов. Рана на 2 сантиметра глубокая вовнутрь и 8 сантиметров в длину вдоль щиколотки. Теперь впереди у пострадавшей ежедневные перевязки и многочисленные уколы от бешенства. И это несмотря на то, что Алена находится в положении. Ведь, как утверждает сотрудник частной стоянки, по адресу улица 8-я линия, дом 3, собака бездомная частенько гуляет по окрестностям и пугает людей. Они бегают вон оттуда. Проулка. Бывает стая, и 8 штук прибегает. Пустили на стоянку, мы посмотрели, действительно, там следов содержания собаки, тарелок, там веревок, никаких ничего, будок не было. Но в разговоре вот с другими там пользователями других учреждений, там рядом и техцентр находился, действительно говорят, что проблема большая, и кусается людей, и люди забегают к ним в автосервис, прячут, закрывают двери. Собаку, укусившую Алену, кстати, нашли. Прибывшая на место служба отлова уже чипировала и увезла ее в приют домашний, где животное обследуют, пролечат при необходимости и вакцинируют. Но вот на улице больше не выпустят. Собаки, хоть раз напавшие на человека, остаются там на всю жизнь. Надо понимать, что собаки не люди, ими движут инстинкты, так инстинкт, как защита еды своей, защита территории. Приручая собаку, надо будет нести ответственность. Если есть желание такое, это нормально, это здоровое желание, заведите, приведите, ухаживайте за этой собакой, выгуливайте ее, кормите ее. Если собака охраняет какую-то часть, территорию, она должна находиться на территории под присмотром, в какой-то вольере она должна находиться, на привязи. Ну, а также не умалчивать это. То есть сразу устранять эту проблему, чтобы с другими людьми то же самое, эта же собака, она не покусала другого человека. Напоминаем, если вы стали жертвой нападения бездомного животного, следует по возможности сфотографировать или записать видео с агрессором, обратиться в медицинское учреждение и в службу ЖКХ администрации Ленинского городского округа по телефону 8 495 549 02 83 или в единую дежурную диспетчерскую службу. Сюда же можно сообщать о любом агрессивном поведении бродячих собак. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.